мой словесный этот понос, который выливается нынче на этом канале, он основан не на тех знаниях, которые были мною получены. Знания – это ничто. Это вообще ни о чем. Можно хоть миллион книг прочитать, но пока ты не попробуешь это на себе, а ули в этом толку. Практикуя осознанность, практикуя внимательность, видя плоды, которые оно дает, видя тот кайф, который ты получаешь в жизни, видя то, что ты до этого не видел, конечно, тебе хочется все делать это больше и больше, и тебе хочется так жить, и тебе хочется стать этим осознанным, просто этим осознанным я. И ты видишь во время этой практики, что ты ни хрена последние годы не был осознанным. Что ты до такой степени купался в этой рутине, в этих своих мыслях, проблемах, а также счастливых моментах. Ты даже не умеешь купаться в счастливых моментах. Ты просираешь все это нахрен. Почему? Потому что ты абсолютно неосознан. А в осознанном состоянии ты хороший отец. Ты прекрасный отец, потому что ты со своим ребенком всегда, когда на то есть невозможность, а когда просто на то есть. Вот, к тебе подошел ребенок и говорит: «Папа, что бы ты ни делал, чем бы ты ни был так увлечен и занят, все». В осознанном состоянии твое внимание уже здесь, тебе сказали папа, и ты будешь с ним столько, сколько надо. В осознанном состоянии ты великолепный муж, друг, сын, ты чудесный работник, ты прекрасно выполняешь свою работу, потому что ты делаешь свою работу с кайфом и с любовью. Осознанным быть кайфово. И как правильно пишет наш чудесный зритель, что в какие-то моменты тебе не хочется быть осознанным. Что-то происходит внутри тебя, что отталкивает все это, и ты очень хочешь по привычке опять залезть в эту рутину с головой. Ты ментально хочешь решать какие-то движухи. Появился какой-то заказ, какая-то новая работа. И ты полностью уходишь в нее, и уже когда к тебе подойдет ребенок и скажет «папа», ты уже его не услышишь. Ты скажешь: «Ух, часочек, два часочка, сейчас вечером все». И так будет 1, 2, 3 недели, месяц. Месяц ты не будешь видеть свое дитя, потому что ты ментально здесь. Тебе звонит мама, ты ее скидываешь, говоришь, что перезвонишь. Тебе звонят друзья, ты нехотя с ними разговариваешь. И все, ты опять находишься в этой рутине, хотя месяц назад был светлым, просветленным, осознанным человеком, и мимп сверкал у тебя на голове. И да, в моей практике происходит постоянно следующее. Я полностью углубляюсь в осознание себя. Я практикую это не то чтобы медитативно. Нет, медитация происходит каждый день. Ты даже приходишь на тренировку покачать свои сисулечки. И если, качая сису, ментально ты будешь находиться уже на другом тренажере или думать о каких-то рабочих моментах, других моментах, сяких моментах, о господи, ум тебе столько даст возможности подумать, это не будет эффективная работа, это не будет эффективный накачивание твоей сиськи, потому что ментально ты находишься не здесь.
И даже тренировка – это та медитация, где ты абсолютно пуст головой, и твое внимание направлено на твои титяндры, если ты делаешь их в эту секунду. Все, ты здесь. Ты здесь. И тебе нравится качаться сегодня. Ущ! Потому что в голове ты пуст, ты не отвлекаешься ни на что другое. И какой-то период времени я сейчас делюсь с вами своей практикой, своим опытом. Все чики-пуки, целый месяц ты осознанно питаешься, ты подхудел, ты ходишь в зал, ты работаешь с любовью свою работу. Когда надо, ты говоришь работе «стоп», здесь ты мило общаешься со своей женой, там ты чудесно играешь доталово со своей дочерью, пока она не скажет «все, батя, уже отстань, я хочу залипнуть под что-нибудь другое». Ты осознанный чувак, и тут день X, и ты просыпаешься. Что здесь происходит? И твое тело по привычке хочет вернуться обратно в жизнь ментальную, в жизнь рутины, движухи, недвижухи, решений, нерешений и бла-бла-бла. Со мной этот этап происходит последние 2-3 дня. Сегодня, вчера и позапозавчера. И позапозавчера. 4 дня. 4 дня я нахожусь на том моменте, где мне хочется соскочить с осознанного образа жизни и опять углубиться во что-то. В работу. Почему это происходит? Да, появились какие-то интересные предложения по работе. Интересные, в которых хочется поковыряться прям так, прям с удовольствием. То есть не успел я только обсудить все детали, а мне уже хочется сесть за компьютер, время 11 часов вечера, и проковыряться, да хоть всю ночь, как наркоман в этой движухе. И все, и твое внимание с осознанности перелетает вот в это. Хотя ты можешь это делать так же классно и так же эффективно будет твой труд востребован, и это будет прекрасный проект, если ты будешь осознанно работать эту работу не как маньяк, не как нарик. Потому что в основном неосознанно мы наркоманы. Мы наркоманы еды, алкоголя, кайфа, одежды, причесок, шопоколизма, по магазинам шастаем как ненормальные. Наркоманы работы, наркоманы знаний, наркоманы чтения, наркоманы всего. Но все, сейчас буду умничать, подождите, все есть яд и все есть лекарство. Определяет это лишь доза. Какого хрена? В неосознанном состоянии ты не видишь этой дозы, ты не меряешь эту дозу. Ты хочешь углубиться во все с головой. И это неосознанное сосуществование. И мозг по привычке, а помимо того, что мозг по привычке, еще и тело. Тело тоже привыкло. И сейчас я наблюдаю за тем, как мое тело хочет неосознанно сосуществовать. Я это наблюдаю, и в эти дни что со мной произойдет? Либо я соскочу с этой движухи, как я это делаю на протяжении 5 лет. На протяжении 5 лет. Вот те люди, которые смотрят мои видосы, вот сколько вы меня знаете в этом ютубе, а здесь я появился там 4 года назад, на протяжении всего этого времени со мной происходит вот это колебание. Осознанность. Все, кайф, прям жить классно, все хорошо, все получается, к тому же намного лучше. Но когда ты осознан, в этом есть небольшой нюанс. Когда ты осознанно наблюдаешь за этим миром, мир дает тебе плоды. И эти плоды ты начинаешь вкушать, тебе нравится их кушать, и ты становишься опять неосознанным. Неосознанным кайфариком, который как наркоман хочет больше, больше, больше. Больше работы, больше денег.
не хочу это, не хочу то смотреть. Не отвлекайте, не отвлекайте меня. Сейчас я заработаю сколько нужно, и все. И в основном, наблюдая свою жизнь, я вижу, как только какие-то бонусы к тебе идут, с этими бонусами я не справляюсь. Я начинаю погружаться в это, и в этом погружении могу находиться месяц, два, три, полгода, пока все те бонусы, которые подарила жизнь, они не начнут разрушаться, расщепляться, и тебе приходится придумывать что-то новенькое, чтобы как-то крутиться и вертеться в этом мире. И ты вспоминаешь, блин, вот чувак, ты опять неосознан. Ну давай заново. Давай заново опять создавать что-то. Ты еще даже не знаешь, что. Что к тебе притянется. Какие блага к тебе притянутся благодаря твоему осознанному смотрению на мир. И опять ты пару месяцев осознанный чувак. Да, это в то время, когда ты находишься на... Не назову это ожиданием. Нет, ты ничего не ждешь, и с тобой ничего не происходит. Но ты терпелив, ты очень терпелив. И ты даже не знаешь, что ты терпишь. Ты живешь и начинаешь получать удовольствие и наслаждаться, кушая морковку, нарезая себе лучок, варя картошку в мундире. Это я метафорично говорю. Ты получаешь вкус от простоты, вкус жизни от простоты, от общения с людьми, от взгляда просто на своего ребенка. И все, потихонечку ты начинаешь опять радоваться ничему. Тому, что просто есть. Вот что есть, ты этому и начинаешь радоваться. Радуешься какой-то период, радуешься. Все хорошо, ты осознан. И опять питание, и опять все чудесно. И потом, вау, класс! Какая-то новая появилась движуха, новый проект. Творческий. Ты мог его придумать, это может быть твой проект. Кто-то тебе что-то подсказал, либо ты с кем-то что-то сделал. Это я говорю про себя сейчас, да. У меня творческая жизнь. Я пилю видосы не только для своих каналов. У меня есть какие-то другие проекты, которым я что-то делаю. Какую-то творческую свою изюминку выдаю. И это там уже не мои видосы. Я их и монтирую, и снимаю. Также я провожу свадьбы и другие различные мероприятия. Но когда я нахожусь в осознанном состоянии, то я это делаю гораздо лучше, чем когда это моя вот эта вот рутинная, узколобая жизнь. В осознанном состоянии ты видишь все, и ты потихонечку все это делаешь. Доза. Все есть лекарство, но также это и яд. А в рутине, в неосознанности нет, ты как баран в это схватился и все. И кроме этого ты больше ни хрена не видишь. Пока это работает, ты высасываешь оттуда, высасываешь, потом уже высасываешь без удовольствия. А высасывание откуда-то без удовольствия потом прекратит работать. Проговаривая то, что я проговариваю сейчас вам, потом это монтируя еще, опубликовываю, еще раз просматриваю. Мне нравятся эти видосы. Мне нравится то, о чем я бормочу. И меня они мотивируют. Вся эта хрень про осознанность, про сознание, это тот процессом, это, конечно, грубо можно назвать, но это то, что прекрасно работает в этой жизни. Работает, работает, и можно по-настоящему счастливо жить и существовать на этой планете, в этом теле. Счастливо жить, с удовольствием. Это работает, и я это вижу. Вижу, когда я работаю над собой. А когда эта работа над собой, она куда-то опять увядает, теряется, то
жизнь становится уже не такой вкусной. Она может быть с лавехой, с какими-то другими успешностями, но которые ты уже не будешь замечать. Не будешь?